Всем привет! Ну и зачем смотреть очередной обзор на графический планшет, хотите спросить вы? А все потому, что у меня сегодня новинка от Parbla, и это планшет Parbla Intengba M. Ну вот, обычный планшет, что в нем такого, почему я на таком взводе? Вы посмотрите внимательно вот сюда, да, посмотрите. Видите? Видите вот это? Нет? Я очень сильно надеюсь, что вы это видите, но если нет, это планшет с программируемым кольцом. Дождались! И да, сейчас, возможно, у вас появится вопрос, а чё такого, что за кольцо вообще, почему ты так рада какому-то кольцу? Во-первых, рассказываю. На момент, когда этот планшет попал ко мне в руки, я была абсолютно уверена, что это первый планшет от Parbla с кольцом, которое можно программировать. Оказалось, что это не так, оказалось, что у Parbla всё-таки есть еще одна модель, это A610 Pro, у него тоже есть кольцо, но этот планшет стоит подороже, и поэтому, очевидно, выбор пойдет в сторону вот этого малыша, хотя малыш здесь, наверное, не очень уместно, учитывая его размеры. Что же вообще за кольцо такое, о чем я вообще говорю? Часто вы могли видеть на разных графических планшетах есть какие-то кнопки, которые можно программировать на те или иные шорткаты, и с виду кажется, о, тут есть 8 кнопок, это так удобно. Да нифига подобного. Честно скажу, сколько планшетов у меня не было, чем я только не пользовалась, не пользуется никто этими шорткатами. Да, возможно, если вы художник, вам будет удобно как-то настроить Ctrl-Z, например, на планшете. Но в остальном, если ты какой-то, например, графический дизайнер или тем более 3D-шник, скульптор, кто работает очень много с клавиатурой, очень много с шорткатами, ты никогда в жизни не забиндишь на эти 8 несчастных кнопок огромное количество своих каких-то шорткатов, которые тебе нужны в работе. Поэтому вот всегда, абсолютно всегда, получается так, что у тебя вот лежит рука, ты рисуешь на планшете, а вторая рука, она всегда лежит на клавиатуре, потому что ты используешь шорткаты, и очень редко ты кладешь ее вот именно на планшет, чтобы кликать кнопки. Момент процесса, когда тебе нужны вот эти вот кнопки, скорее всего, тебе проще их нажимать на клавиатуре, потому что там больше шорткатов, которые тебе могут понадобиться. Например, Wacom в своих дешевых планшетах даже не добавляет программируемые кнопки, и все думают, да блин, как же так? Да не нужны они, по факту. А вот кольцо. Кольцо — это тоже своего рода кнопка. Ну, хотя это не кнопка, это, скорее всего, элемент управления. Это кольцо, которое можно поворачивать, и на него можно что-то биндить. То есть на него можно настраивать какие-то действия. Мой планшет, которым я пользуюсь как бы постоянно, как раз-таки с кольцом. И вот из всех миллионов шорткатов, которые на нем есть, я пользуюсь только кольцом, потому что я бинжу на него увеличение кисти. Мне не нужно далеко тянуться на клавиатуру, чтобы увеличить или уменьшить кисть. И в основном, когда я как-то прям очень сильно пользуюсь планшетом, именно рисую что-то, чаще всего мне нужно именно увеличение и уменьшение кисти. И биндить это на кнопки, плюсик и минусик, очень неудобно. А вот на колесо, которое ты просто поворачиваешь, это такой кайф, вот серьезно. Если у вас не было планшета с кольцом, мне кажется, у вас не было планшета, потому что вот все модели с кольцом, они просто офигенные. Потому что кольцо — это очень удобно. Из-за того, что ты можешь забиндить эту несчастную кисть, которую постоянно нужно то увеличивать, то уменьшать. И на самом деле, именно кольцом я пользуюсь постоянно, а чьими шорткатами нет. Поэтому, когда я увидела вот этот планшет, вот этот планшет от Parbla, я капец как удивилась, потому что предыдущие модели с Parbla, вы видели, там были только шорткаты. И я вообще думала, что кольца есть только у XP Pen, но нет. Вот, ко мне приехал Parbla, он с кольцом, которое можно программировать на жест. Надеюсь, что его можно программировать на увеличение и на уменьшение размера кисти, а не только на масштаб холста. Конечно же, мы сегодня это все проверим, и мне кажется, я уже немножечко затянула. Пора, наверное, распаковывать этого малыша, смотреть, что в этой коробочке лежит. Так что переходим к распаковке. Приступим, конечно же, к распаковке планшета, и первым делом я сниму пленку и открою коробку. Внутри коробки нас, конечно же, встречает сам планшет. Напомню, что это модель Parbla Intengba M в фиолетовой расцветке. И да, он такой довольно-таки ненасыщенный фиолетовый, светло-светло-лавандовый, я бы сказала. Ладно, планшет уберу пока в сторону, посмотрим на то, что еще есть в коробочке. Итак, подарок здесь положили, наклейки, такие милые стикеры, это очень классно и забавно. Также комплект есть тряпочка для того, чтобы протирать планшет. Она такая очень мягкая. Если у вас что-то заляпается, я думаю, протереть ей будет очень легко и очень удобно. Кроме этого, в коробочку положили вот такую закладку для книжки, на которой написано «Спасибо». Довольно необычный подарок для графического планшета, но почему бы и нет, все равно приятно. Также здесь огромное количество бумажек, как обычно, все инструкции, как установить драйвера, что где скачать, как подключать и все тому подобное. Конечно же, мы сразу это все уберем, но если вы первый
первый раз пользуетесь планшетом, обязательно почитайте, все посмотрите. Потому что я часто сталкиваюсь с планшетами, мне, в принципе, уже понятно, что как подключать, что где качать. Но если это ваш первый девайс, обязательно изучите инструкцию, потому что это важно. Также дальше здесь идет вот такая перчаточка, причем она упакована в такой прикольный пакетик. Обычно их просто кладут в какой-то небольшой целлофанчик, а тут довольно интересная упаковочка. Да и в принципе, если судить по тому, как вообще по качеству все упаковано, то здесь прям все на высоте, как будто ты открываешь прям какую-то очень-очень крутую премиальную технику, потому что все лежит очень хорошо и классно, мне прям понравилось. Перчатка, кстати, очень приятная на ощупь, по-моему, у меня сейчас немножечко другая по качеству, и это прям сидит намного лучше, хотя из-за моих ногтей мне она немножко маловато, но ничего страшного. В любом случае, если у вас проблемы с тем, что у вас не скользит рука по планшету, то надевайте такую перчатку и просто лишайтесь этой проблемы, потому что в ней рука точно будет скользить нормально. Так, тут еще были какие-то этикеточки, но это мы, пожалуй, уберем. Конечно же, провод, к которому мы будем подключать планшет. Планшет, если что, подключается кабелем USB. Также помимо кабеля для компьютера, здесь есть два переходника под телефон. И здесь тоже есть два разъема для разных видов телефонов. Также в комплекте есть вот такая вот подставочка под стилус. Она не прямая, а такая скошенная, чтобы стилус как раз был наклонен, чтобы, наверное, он лучше удобнее стоял. Также здесь в комплекте есть вот такой вот стилус. Он пластиковый, довольно легкий, но при этом держать его удобно. Кнопки нажимаются довольно хорошо, да и в целом выглядит довольно приятно. Как раз стилус ставится вот на эту подставочку, и вуаля, все очень классно и удобно стоит. Кстати, важное уточнение, внутри как раз-таки вот этой подставки находятся стерженьки, потому что я сначала думала, а что, а где, почему не положили запасные стерженьки на стилус, но нет, они находятся внутри подставочки, и это очень удобно, потому что очень часто ты их уберешь в коробку, положишь куда-то эту коробку и потеряешь, и все. Но тут всегда они будут под рукой, если понадобится срочно поменять наконечник стилуса, то вот они прям здесь, в этой коробочке. Да, кстати, вот небольшое сравнение стилуса с моим стилусом от XP-Pen. Мой стилус немножечко побольше и потяжелее, и также у него есть такая резиновая накладочка в месте, где вы будете держать стилус. У Parbla такого нет, но я думаю, это вообще не проблема. Давайте уже посмотрим на сам планшет, он тоже находится в таком пакетике. Открываем его, и вот. Он находится, конечно же, в защитной пленке, которую нужно будет отклеить, и вот то самое колесико. Просто послушайте. Оно очень классное, потому что я очень люблю кольца на планшетах. Еще раз повторюсь, мне кажется, вы будете слышать это в течение всего видоса, потому что они очень классно биндятся именно на кисти. И как раз-таки, когда ты рисуешь на планшете, ты очень часто хочешь поменять размер кисти, и как раз-таки с помощью этого кольца делать это очень удобно. Кстати, посередине есть как раз-таки кнопочка, которая нажимается и переключает режимы. Ну и в целом планшет выглядит как-то вот так. Кстати, тут для примера я решила показать размер планшета. Если что, размер M — это примерно размер А4. И вот для примера я положила свои стикеры А5. И вот так вот это выглядит примерно по масштабу, чтобы вам было проще оценить. И давайте поговорим про характеристики. Первое, наверное, что мне хочется заметить, планшет очень легкий и очень тонкий. Его толщина всего лишь 8 мм. Поэтому, если у вас какой-то очень подвижный образ жизни, вам будет очень-очень легко. Планшет очень легкий, а самое главное, он очень приятный на ощупь. И говорю я про приятность не просто так, потому что все предыдущие планшеты, которые в последнее время мне попадались, да и в принципе вся техника вокруг меня, она капец какая марка. И прошлый планшет от Parbla, который мы смотрели у меня на канале, это Ninos M и S, они тоже были очень маркими, а вот этот планшет, он вообще не ляпается. То есть я его уже весь истрогала, весь обтрогала, и никаких следов. И это просто очень классно. Рабочая область у этого планшета чуть шире, чем лист А5, а сам планшет по размерам чуть шире, чем лист А4. И это нужно учитывать, когда вы выбираете планшет, потому что все-таки нужно учитывать, сколько у вас места на столе, и уже исходя от этого выбирать планшет, чтобы у вас там он удобно лежал рука и все тому подобное. Стилус, на мой взгляд, довольно легкий. И он, кстати, пластиковый. Тут нет какой-то резиновой прокладочки, чтобы меньше в руках скользил. Но тут тоже довольно приятный пластик, и вроде бы в руках ничего не скользит. Держать удобно. И, кстати, когда водишь именно рукой по планшету, очень такое мягкое чувство. Непривычно, потому что у меня как-то уже стилус пожестче, мне кажется. И я в последнее время рисовала Apple Pencil на iPad, и вообще другое чувство. Здесь так мягенько ты водишь, немножечко пружинит. И, в принципе,
классно. Тут еще есть вот это углубление под стилус. Логика такая, что если ты кладешь стилус, и он начинает тебя укатываться, он должен остаться в этом углублении. Я пробовала, у меня укатывается за планшет, как-то не очень работает. Но как-то в перерывах между рисованием оставлять здесь стилус вполне нормально. Что касается уровня нажима, здесь 8192 уровня нажатия. В принципе, уже стандарт, мне кажется, меньше прям мало где есть. Да и меньше оно, наверное, и не надо. Когда проводишь линии, точность очень хорошая. Я не заметила каких-то несостыковок, каких-то проблем с тем, как ориентироваться. А также здесь есть 8 горячих клавиш, которые можно запрограммировать на те или иные действия. И кольцо, которое как раз-таки тоже можно запрограммировать на различные жесты. Чуть позже я уже посмотрела в драйверах. Вы можете запрограммировать кольцо на 6 разных типов действий, а с помощью кнопки посередине вы можете переключаться между ними. Возможно, вам понравится увеличение размера холста или движение холста. Все, что вашей душе угодно, как вам удобнее работать, пожалуйста. Но по дефолту, я вот серьезно говорю, я пользуюсь одним, это увеличение и уменьшение кисти, и это просто, наверное, реально идеальная вещь для масштаба кисти. Планшет подключается с помощью кабеля USB, который вставляется в компьютер, и USB Type-C, который вставляется в планшет, что обеспечивает хорошую передачу данных, то есть задержки вообще не должно быть, и ее реально нет. Вы уже видели переходники, и если что, планшет коннектится к телефону. Но важно уточнить, телефон должен быть на базе Android, потому что в комментариях под прошлым видео спрашивали, можно ли к айфону присоединить. Нет, с айфоном не работает, с айпадами не работает, только Android. При этом ты просто подключаешь переходник, провод, подключаешь к своему телефону, и все, не нужно устанавливать никакие драйвера, у тебя сразу будет работать нажим, сразу все будет хорошо. Важно отметить, что планшет поддерживает 2 сценария работы для левшей и правшей, потому что если вы, например, левша, вам, наверное, будет удобнее, чтобы все шорткаты и кольцо было справа, потому что левой рукой будете рисовать и будете постоянно биться об это колесо, будете биться об шорткаты. Тут можно поменять ориентацию планшета, тогда он будет у вас в перевернутом состоянии, зато вам будет удобно этим пользоваться, потому что ПО позволяет спокойно все переключить. Это все технические характеристики, они довольно стандартные. Единственное, что необычное, я бы отметила, это как раз-таки такой легкий вес и такая маленькая толщина, и очень-очень приятное на ощупь покрытие. Что касается работы планшета, конечно же, чтобы подключить планшет, нужно сначала его воткнуть в компьютер, а затем установить драйвера. Я, конечно же, уже настроила драйвера, и по первым впечатлениям от планшета я могу сказать, что здесь очень точная поверхность, потому что нет каких-то сдвигов и смещений, и получается, что линия не отстает, во-первых, что очень важно, потому что когда ты рисуешь, у тебя происходит какое-то отставание, тебе всегда неудобно, приходится к этому привыкать, здесь отставаний нет, и во-вторых, все очень плавно, нет каких-то скачков, клики работают прекрасно, то есть, знаете, у некоторых планшетов есть такая проблема, что рисует он нормально, но если нужно тебе нажать на что-то, например, там, в меню что-то выбрать с помощью планшета, кликнуть нужно, они как-то плохо срабатывают, и здесь клики срабатывают хорошо, к этому претензий вообще никаких нет. Я действительно испытываю просто огромное удовольствие от поверхности планшета, оно очень мягкое, по нему очень приятно скользит рука, и самое главное, оно не маркое. В остальном нажим работает прекрасно, в принципе, как и на всех планшетах, так что здесь нет каких-то претензий или косяков, это очень хороший планшет, очень хорошая модель, без каких-то оснований. Я действительно довольна тем, что сейчас тестирую. Но тут нужно учитывать, что вот этот планшетик стоит уже не так, как Ninos M, S и более дешевые версии, потому что цена на него больше 7000 рублей. И как бы этот планшет уже не позиционируется как планшет только для новичков, этот планшет полноценно позиционируется для всех-всех-всех. Поэтому, если вы задумываетесь о более серьезном девайсе на долгое-долгое время, этот девайс очень даже подойдет. На самом деле, каких-то минусов за время использования я пока не выявила. Чтобы вы понимали, меня не заставляют говорить что-то по ТЗ. Я говорю только свои впечатления, только то, что я хочу. И я хочу сказать, что мне очень понравился этот планшет. Да, конечно, фиолетовый цвет меня просто сразу подкупил, но он такой классный и приятный на ощупь. Мне кажется, работать за ним одно большое удовольствие. Я думаю, что я еще проведу различные с ним эксперименты, попробую на нем что-то поделать более долго, так как этот планшет пока будет лежать у меня, скорее всего, вы увидите его в ближайших видосах, потому что у меня есть несколько идей, где было бы прикольно записывать именно меня со стороны, и, наверное, за монитором будет это не очень хорошо смотреться, так что посмотрим, как пойдет, возможно, засветится еще в ближайших роликах, как раз-таки его тогда полноценно и потестируем. И, кстати, забыла сказать, у этого планшета существуют 2 вариации цвета, черный и фиолетовый, так что вы сможете выбрать именно тот цвет, который нравится больше вам. И, возможно, если вы смотрели на этот планшет и думали, да блин, лавандовый, зачем он мне такой? Вот можете, например, взять черный, чтобы он лучше вписывался в ваш интерьер.
Да и, в принципе, подходил вам под настроение. Вот такой вот планшет сегодня был на обзоре, и я очень рада, что у Parble появляется все больше и больше моделей с кольцами, потому что кольца — это тема. Возможно, этот планшет я разыграю в ближайшем конкурсе, который у меня будет проходить, так что следите за информацией, за обновлениями. Но для тех из вас, кто собирается, возможно, купить себе планшет, у меня, конечно же, есть очень приятный бонус, потому что в описании под видео вы можете найти промокод, по которому получите скидочку на графические планшеты от Parble. Так что, если вы задумывались о покупке, то вот вам неплохой бонус. Обязательно активируй промокод, если будешь покупать планшетик. Вот. В остальном, наверное, у меня все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было полезно тем, кто собирается купить планшет, смотрит, возможно, именно эту панель. Напомню, что сегодня на обзоре был Intengo M фиолетовой расцветки. Вот такой вот он. Ну а вам я хочу сказать большое спасибо за просмотр. Конечно же, удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!